Всем привет! На календаре у нас 13 марта, а за окном вот такое вот безобразие. Причем еще недавно было довольно тепло, солнышко, а вчера посыпал снег. Я вот хочу с вами пообщаться лично. Это будет такой влог-болталочка, ничего прям такого сверхъестественного я тут показывать не буду. Расскажу, чем я занимаюсь, какие у меня планы, какие изменения, ну и все. Я в первую очередь хочу пригласить вас на очень крутой проект от Оли Равенской и Юлии Тирской под названием «Страна сов». Он уже вот-вот начнется, и я там один из приглашенных дизайнеров. Будет 3 этапа, на каждом этапе свое задание. И я буду на первом этапе, буду делать фриформ АТС с обязательным элементом крылья. Вообще всю информацию более подробную вы можете узнать в постах этих девушек, на их профили я дам ссылочки в Инстаграм. И ролик, обалденный ролик, анонс вы, наверное, уже видели у меня на YouTube. Немножко расскажу о том, что там вообще будет. Будет, как я уже сказала, 3 этапа. У каждого этапа свое задание, свой обязательный элемент. У меня обязательный элемент будет крылья. Кстати, у Оли Равенской в профиле есть запись эфира. Она подробно рассказывала об этом проекте. Но самое главное, там будет такое огромное количество призов. Тоже идите туда и все смотрите. И будет жюри. Жюри, конечно, это наши звезды. И самое-самое крутое, что будет там Финабер. Я просто в восторге от того, что меня позвали. Я реально, когда Оля мне написала и предложила, я тут прыгала по комнате и говорю, да, я согласна. Согласна быть в этом проекте. Даже еще до того, как я узнала все условия, правила, я была согласна на все. Потому что это вообще такой крутой шанс. Я училась в микс-медиа на видео этих девочек, на видео Ольги Равенской и Юлии Тирской. Это для меня просто боги микс-медийные. Они настолько крутые, и то, что они позвали меня к себе в проект, я в восторге. Поздравьте меня, пожалуйста. Вот об этом хотела вам рассказать, что вы еще можете присоединиться к нам, будет круто. Вам будут доступны 12 мастер-классов, по 3 от Оли и Юли, и также 6 от приглашенных дизайнеров. Как я уже сказала, один будет от меня. Цена там для этого действительно небольшая, для того, какие там приглашены дизайнеры, и для 6 мастер-классов от Оли и Юли. В общем, идите по ссылкам, кому интересно, и смотрите. Я уже не дождусь начала. И еще хочу пригласить вас в свой Инстаграм, я его сейчас очень активно развиваю, и каждый раз стараюсь что-то новенькое внести в раскрутку. Я, во-первых, каждый день появляюсь в сторис, у меня много, показываю свои процессы, какие-то важные детали, рассказываю, какая у меня техника, инструменты, там в вечных сторис сохранила, какие у меня стойки, зонты, какими лампами я свечу, в общем, много таких нюансов, и это ежедневное общение с моими подписчиками, то есть я там каждый день, и я планирую очень активно заниматься своим профилем, поэтому если вы еще на меня не подписаны, идите быстрее туда, там много интересного, каждый день что-то новенькое. Планирую еще каждый месяц проводить там прямые эфиры, именно в Инстаграм. Тоже спрашиваю и темы, какие интересуют. Буду составлять график, буду обо всем рассказывать, показывать. Так что жду вас там. И покажу, чем я занималась на этой неделе, хоть сегодня и суббота, но Алиса ночует у друзей, у наших друзей, у своих друзей, мы дружим с семьей, у которой тоже есть дети, и Алиса с ними дружит. В общем, она осталась у них ночевать, и мы сейчас за ней уже поедем, но пока у меня есть время, хочу вам показать свои работы за эту неделю. Так, я создала открыточку. Так у меня сложилась она легко. Я даже не ожидала, что я обычно открыток не делаю. Но как-то вот иногда идешь куда-то на день рождения, еще на какой-то праздник, и нужно, например, подарить деньги.
как-то покупать какую-то ужасную открытку не хочется, а в наличии ничего нет, и вот начинаются муки выбора, что же сделать. Поэтому я люблю, что у меня несколько открыточек лежало. И к тому же эта открытка войдет в бонус для второго курса моей скраб-школы. Поэтому, девочки, кто в скраб-школе, ждите и делайте работы. Я в Инстаграм ее, кстати, уже показывала. Вот такая-то она интересная у меня получилась. Для тех, кто не подписан, в моем Инстаграме покажу поближе. Сделала я ее еще, когда было весеннее настроение, и на улице светило солнышко. Сейчас, конечно, у нас снова зима, и настроение, ну, совсем не весеннее. Кстати, я начала из эпоксидной смолы выливать вот такие вот разные полусферы, в этом случае это камушки граненые, очень похожие на примовские. Классно они тут вписались, это был их дебют. Вот я первый раз применила их в своей работе, и мне прям очень понравилось, как это выглядит. Вот они тут, вот там побольше, вот поменьше. Я прямо довольна, буду делать еще. К тому же мне нравится, как они получаются, это раз, и два, что я могу сделать их любого цвета. Ну, какого цвета у меня есть краситель, и сколько угодно, какого угодно размера, какой мне нужен, не покупать примовские, просто огонь. Покажу еще кусочек странички. Эта страничка у меня для дизайн-команды, поэтому полностью пока ее не показываю, но вот такие еще я стала делать камушки, это в технике Петри, они вообще волшебные, волшебные. Мне прям очень нравятся. Смотрите, какие классные. Покажу поближе, какие у меня еще остались. То я часть подарила, часть использовала. Вот так они выглядят. Кстати, планирую продолжить свой цикл видео об эпоксидной смоле и рассказать о том, какие виды смолы и отвердителя бывают, и залить вот такие вот камушки вместе с вами. Вот буквально на днях думаю этим заняться, и на следующей неделе обязательно, вам обещаю, выйдет об этом видео. Вот еще выложила вам показать. Я вообще довольна, что я занялась эпоксидной смолой. Настолько много возможностей стало делать что-то для скраб-работ, и отливочки всякие разные, и вот теперь камушки, да вообще классный такой инструмент, классный материал, и вообще классный такой материал, это эпоксидная смола. Я вот в восторге до сих пор, главное, чтобы время находилось на нее. Еще я наконец-то закончила свой вот этот альбом. Обложка получилась прям супер-пупер. Сейчас покажу вам фотографии, которыми я вдохновлялась. Фотографии я делала сама специально для того, чтобы потом создать по ним обложку. Я как раз хотела это сделать еще в то время, когда я была на Бали. Это именно оттуда двери. И мне кажется, что у меня получилось все повторить. Обзор по этому альбому также выйдет на следующей неделе. Как раз думаю, в понедельник я займусь съемкой именно этого обзора. Альбом получился классный. Тут и просто идет альбом вот такой вот. И поп-ап разные разворотики. Тоже частично его уже показывала и во влогах, и в сторис в Инстаграм. Но хочу показать в законченном виде. Мне он прям очень понравился, я в восторге от него. Кстати, сегодня в сторис в Инстаграм запустила вопрос-ответ, то есть день ответов, вопросов, отвечаю на любые поставленные мне вопросы. И одна девушка написала, как я справляюсь без путешествий. Очень тяжело справляюсь, уже хочется куда-то поехать. Даже дело не в том, что у меня мало материала. Материала у меня для альбомов много, у меня столько неоформленных путешествий. Но хочется новых впечатлений, хочется выдохнуть просто и уехать уже куда-то в новый город, совершенно незнакомый.
в новую страну со своими обычаями, своими традициями, со своим языком. Все-все-все, чтобы было чужое. И мне это очень помогает перезагрузиться. Но, к сожалению, пока сидим дома, и с последней поездки уже прошло больше полгода. Последний раз мы ездили на лыжи. Этот альбом вы видели, который я создала. Так вот, последний раз мы ездили на лыжи в феврале прошлого года. Сейчас уже март, больше года прошло, а мы сидим дома. Все знают, конечно же, из-за чего так получается. Но сейчас мы уже поедем за ребеночком. И потом, я думаю, еще выйду в эфир и что-нибудь вам расскажу интересненькое. Пойдешь еще в гости? Да. Да? Только я хочу на горке покататься в гостях. Ну, в следующий раз покатаемся, да? Сейчас уже поздний вечер, воскресенье. Я залила кучу молдов. В основном заливала из-за вот этих вот полусфер, кристалликов и так далее. И все, иду спать. Очень устала. Отсняла как раз еще кусочек, как заливала для видео об эпоксидной смоле. Завтра все это буду доставать, смотреть. Надеюсь, получится красивенько. И правда, я очень всего за сегодня устала. Сделала много, может, не все, что планировала, но достаточно много. Все, пошла я. Буду заканчивать влог также. Все, что у меня получилось, смотрите, как я уже сказала, в видео об эпоксидке. Там я покажу, расскажу, что залила, что в итоге получилось. Чем отличается от другого способа. В общем, все-все-все мы с вами обсудим. Чтобы два раза все это не снимать, будет уже все там. Все, буду с вами прощаться. Завтра быстренько смонтирую, выложу это видео на канал. Надеюсь, вам будет интересно его посмотреть. И пока-пока. До скорых встреч.